Экономическое и политическое сотрудничество Луганской и Донецкой народных республик с субъектами Российской Федерации обсуждались в Донецке на круглом столе, посвященном интеграции Донбасса с Россией. Мероприятие под председательством депутата Госдумы, координатора Интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Андрея Козенко приняли участие зампредседателя правительства ДНР, вице-спикеры народных советов Донецкой и Луганской народных республик, руководители министерств и ведомств, представители общественных организаций Донбасса. Работу круглого стола подытожил глава ДНР Денис Пушилин. Это, конечно же, ряд моментов, касающихся и экономического взаимодействия с Российской Федерацией. Нам действительно есть над чем работать, нам действительно было что предложить и показать, где можно здесь вот упростить определенные процедуры. Также были обсуждены спорные, скажем так, моменты в плане миграционной политики. Это, конечно же, еще немаловажный фактор взаимодействия в законодательных сферах между республиками и Россией. И здесь мы попросили наших коллег лоббировать создание межфракционной группы Госдумы, которая занялась бы непосредственно мониторингом, анализом законодательной базы в республиках с целью ее улучшения. И, конечно же, для того, чтобы какие-то неточности, да, или там, противоречия их просто устранить. Мы пришли конкретному результату. Теперь нужно, чтобы это вылилось в конкретные действия, конкретных составляющих, которые отразятся на жизни граждан республики.